Безмежно та щиро рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Понеділок, 26 вересня, 13:10. Ми незмінно у цей час розпочинаємо прямий ефір програми «Громадська приймальня». Коротко озвучую тему сьогоднішніх розмов і розпочинаємо наші консультації. Гормональні контрацептиви та їх вплив на здоров'я жінки. Саме таку тему ми підготували до Всесвітнього дня контрацепції, який відзначають саме сьогодні. Будемо обговорювати її у другому блоці поради лікаря. Про переваги столичної профтехосвіти будемо розповідати у третій частині «Корисні поради». До депутатської приймальні сьогодні завітає представник «Солідарності» Максим Шкуро. З ним ми будемо говорити про роботу містобудівної комісії, а також про проблеми і питання Солом'янського району. Тож, будь ласка, жителі Солом'янки, я вже запрошую вас до розмови з депутатом о 15:15. Розпочинаємо ми з юридичної консультації про проблемні кредити та депозити. Ми будемо говорити вже за мить. За останні два роки в Україні збанкрутували близько 80 українських банків. Тенденція до введення тимчасової адміністрації та ліквідації банків продовжується. І все більше виплат перекладається на плечі фонду гарантування вкладів. Події у банківській сфері дають зрозуміти, що простими шляхами повернути свої заощадження та погасити кредити навряд чи вдасться. Хто дійсно має шанс та перспективи повернення коштів? Якого порядку дій слід дотримуватися, якщо ви маєте кредит у проблемному банку? Сьогодні нам розповідає адвокат пан Ігор Клименко. Пане Ігоре, дуже рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, дійсно, ми неодноразово вже піднімали цю тему проблемних кредитів та депозитів, але так складається, що не змінюється тенденція з приводу проблем з цими моментами. Тому, будь ласка, 223-09-71. Знаю, що є дійсно досить багато локальних, місцевих питань з приводу проблемних кредитів та депозитів, пов'язаних із картками також, і кредитними та іншими видами банківських карток. Тож, будь ласка, долучайтесь обов'язково до нашої розмови. 223-09-71, незмінний номер телефону прямого ефіру. Вже чекаємо всіх ваших дзвінків і запитань на цю тему. Отже, пане Ігоре, ну наразі насправді найбільш така розповсюджена проблема – це фірми, які звертаються за виплатою непогашених кредитів ліквідованих банків. От якщо дійсно так стається, що людина знає, що у неї є кредит у того банку, який вже наразі ліквідований або до якого видана тимчасова адміністрація, її починають телефонувати різні фірми, говорити, що саме ми тепер є власниками цього кредиту. Що слід робити саме такій людині? Прошу. Спасибо за вопрос. Ну, прежде всего, необходимо понять, что банки имеют право и возможность передавать право требования по кредиту к заемщику другим учреждениям. То есть это законно? Да, это законно. Это могут быть либо другие банки, либо там иные финансовые учреждения, как, например, там кредитные союзы, либо даже имеют право это быть другие юридические лица, в том числе, например, там общество с ограниченной ответственностью. Даже так. Значит, что здесь необходимо помнить вкладчику, извините, заемщику? Так. Заемщик, когда заключается между банком и вот, соответствующим учреждением договор об уступке права требования по его кредиту, он не является стороной этого договора. То есть заемщик не подписывает никаких документов, и он ну, фактически не знает о том, что банк заключил такой договор с другим учреждением до того момента, пока заемщика официально не уведомила уже новая организация о том, что она получила право требования по его кредиту. Это происходит официальным письмом, которое направляется заемщиком в письменном виде по почте обычной. Это не по телефону, не по электронной почте такие уведомления приходят. Должно быть обязательно официальное письменное уведомление с подписью должностного лица, ну, директора, например, либо заменяющего его лица. И обязательно с печатью такого учреждения. Заемщику необходимо помнить, что только после того, как он получит официальное уведомление от новой организации о том, что его кредит в банке перешел к этой организации, только с этого момента он может начинать погашать свой кредит, то есть выплачивать денежные средства именно вот этому новому финансовому учреждению. Если заемщик по разным причинам, если он не знал о том, что вот право требования по его кредиту перешло от одного банка к другому лицу, и продолжает погашать свой кредит, выплачивать его, ну, скажем так, уже в старый банк по новой ситуации, то тогда его действия являются законными. И потом предъявить к нему требования
погасить вот уже оплаченную сумму, которую он оплатил банку вот в этот такой промежуточный период, переходной период, никто не может. Новая компания тоже не может от него требовать погашения такого кредита. Я так розумію, що для цього необхідно збирати обов'язково всю відповідну документацію, чеки, які ми сплачуємо, правильно? Да, конечно, это всегда необходимо собирать там чеки, квитанции, даже если с вашим банком все в порядке и вы просто погашаете кредит там на общих основаниях, то в любом случае это совет универсальный. Правильный, да, универсальный, в том, что собирать любые документы, в том числе собирать те письма, которые к вам приходят из банка, либо от вот новой компании, о которой мы говорим, и также, если вы отправляете сами какие-то письма в тот же банк, какие-то запросы, например, либо вот новую компанию, ну, к примеру, для разъяснения ситуации, которая сейчас происходит, да, с вашим банком или вот с передачей вашего кредита другому лицу, то либо такие документы, такие заявления, там, запросы необходимо подавать либо нарочно в двух экземплярах, имея второй экземпляр для того, чтобы уполномоченный сотрудник вот компании поставил на нем свой штамп входящий и так далее, то есть потому, чтобы было видно, что действительно вы подали такой запрос, вот есть соответствующие реквизиты. Либо если, ну, как это чаще бывает, происходит общение по почте, тогда по почте тоже можно разными способами отправить, да, либо обычным письмом, ценным, заказным, по-разному, то при общении вот с банками необходимо осуществлять такую переписку исключительно ценными письмами с описью вложения. Для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем, если вдруг будут какие-то вопросы, проблемные ситуации, то вы могли подтвердить, что у вас будут документы, и вы можете подтвердить о том, что вы направляли такое-то вот письмо, ну, в банку, либо компанию. Так, дякую дуже. Я ще раз хочу запросити наших глядачів. Прошу, ми говоримо сьогодні про проблемні кредити та депозити, і взагалі про ситуацію з проблемними банками наразі в нашій країні. Будь ласка, 223-0981. Всі запитання з приводу банківської системи ми готові вже від вас почути. Долучайтеся обов'язково активно до нашої розмови, чекаємо ваших запитань. Пане Ігоре, але так складається, що через те, що люди не знають насправді більшості алгоритму того, що от слід ось так робити, і не довіряють тим фірмам, які починають телефонувати або навіть письмово надавати ось таку інформацію, вони чекають досить часто, просто вичікують офіційної якоїсь інформації або підтвердження, що дійсно ці кошти мають іти за цим призначенням. Чи будуть призначені якісь штрафи чи пеня за те, що люди певний період там не проплачували цей кредит, тому що не знали, чи платити, чи ні? Ну, опять-таки, если человек не оплачивал кредит, пока ему не пришло официальное уведомление о том, что у него вместо его банка новый кредитодатель, тогда никаких штрафов и пеней насчитано не будет. И если, ну, а очень часто такие компании берут, вот получают кредитный портфель и берут кредиторов нахрапом, сразу требуют от них и штрафы, и пени там, по максимуму, да, то и тут необходимо помнить, что вот пока вы официально не уведомлены о том, что у вас новый кредитодатель, то вам с вас не могут быть взысканы никакие штрафы, там, санкции и тому подобное. Что касается после того, как вы получили официальное уведомление. Значит, поскольку договор, вы заключали кредитный договор, вы заключали с банком, и вы заключали с ним его на определенных условиях финансовых, то этот договор, его условия не могут быть изменены новой компанией, вот, вместо, которая теперь вместо банка, по своему усмотрению. Если какие-то изменения и вот они хотят внести, то они обязаны уведомить вас об этом, пригласить вас и, соответственно, подписать с вами какое-то доп. Соглашение к этому договору. Ну, видимо, но априори... Они не имеют права, новая компания, новый кредитодатель, вносить изменения в договор. Поэтому у вас в кредитном договоре зачастую существует какой-то график платежей. И как только вот заемщику стало известно о том, что у него появился вот новый кредитодатель, то необходимо, соответственно, по этому графику платежей осуществлять, ну, продолжать осуществлять платежи, те платежи, которые предусмотрены именно договором. Так. Не те, которые там с вас требуют в письменном, например, или даже очень часто в устном порядке. Скорее всего, телефонными звонками. Скорее всего, да. Не те платежи, а те, которые вы осуществляли в банк. И
и продолжайте в тех же суммах, ну, если это там длительный кредит, рассчитан на несколько лет, продолжайте в тех же суммах платить новому кредитодателю. Тобто я правильно розумію, що навіть якщо є інформація про те, що банк там тимчасово введена тимчасова адміністрація, або банк ліквідований, якщо дійсно людина, у якої є кредит, продовжує платити за тією ж схемою, за якою в неї прописано в договорі, і збирає відповідні документи, то потім ці кошти мають бути автоматично перераховані на рахунки тієї установи, тієї юридичної особи, до якої переданий цей кредит. Чи яким чином ось ці кошти будуть діяти, мігрувати? Ну, смотрите, тоже необходимо понимать здесь, что когда новая компания вместо банка, точнее у банка покупает этот кредитный портфель, то договор заключается в определенную дату, и, соответственно, вся задолженность, которая есть у заемщика перед банком, она формируется по состоянию на эту дату. То есть все те платежи, которые вы осуществляли в банк до этого, они шли по назначению, и с ними не должно быть никаких проблем, эти деньги не должны востребовать. Что касается вот ситуации, когда вы заплатили в банк, заемщик погасил какую-то часть кредита перед банком уже после подписания этого доп. Соглашения, то, извините, точнее, этого договора, тогда это уже проблема новой компании, ну, вот этого финансового учреждения, они обращаются к банку и просят в порядке, на основании того, что еще не уведомлен заемщик и платеж прошел в банк, просят перевести им вот эти соответствующие деньги. То есть здесь это уже как бы их вопрос. Их проблема, их компетенция. Да, на внутренний вопрос. А людина может далі собі продовжувати платити за своїм графіком, за своїм договором, і їй не має це турбувати, правильно? Да. Так, дякую дуже. Слухаємо запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрый день. Добрый. Хотела спросить, у меня два вопроса. В 2014 году лопнул наш банк, это банк «Натра», и до этого исправно платил кредит, как бы потом не было возможности и финансово платить из-за того, что курс доллара взметнулся от 5 до там 40, да, и не было реальной возможности. Ну и не было, опять же, реально банка, куда можно было платить эти средства. Вот все вот эти три года практически, кроме каких-то, опять же, структур, которые мы не понимали даже, что это за структуры, к нам не обращались с тем, чтобы мы гасили кредит. То есть нам предлагали какие-то услуги. То есть, я так понимаю, наш банк еще никто не выкупил. У меня два вопроса. Будут ли к нам какие-то санкции из-за того, что вот этот период мы не платили? Потом, если какие-то, если проходит 3 года по истечению того, как банк лопнул, и уже прошло, если какие-то сроки давности долгам, да, невыплаченным, и что-то еще хотела, наверное. Ми зрозуміли. Так, дякуємо дуже вам за дзвінок, зрозуміли ваше запитання. От якраз про це ми щойно, власне, спілкувалися, про ці теми. Зараз прокоментуємо. Я ще раз хочу наголосити, ми говоримо сьогодні про проблемні кредити та депозити, про ситуації з проблемними банками. Будь ласка, 223-0981, обов'язково долучайтеся вже активно до нашого прямого ефіру з вашими запитаннями. Прошу, пане Ігоре, от якраз нашу тему, яку ми щойно обговорюємо. Прозвучало два вопроса. Сначала на первый тогда отвечаю. Что касается ситуации, когда кредит не оплачивался по инициативе самих заемщиков, да, вопрос был, будут ли какие-то санкции. Здесь необходимо понимать, что когда в банк вводится временная администрация, либо банк признается неплатежеспособным и начинается процедура ликвидации, многие заемщики ошибочно думают, что их кредит как бы автоматически закончен, погашен, что больше платить банку не нужно. Но это не так. Потому что, опять-таки, банки, когда уже происходит процедура временной администрации, ликвидации, составляется кредитный портфель, список кредиторов, и этот кредитный портфель, он либо продается, как мы уже говорили, финансовым учреждением, либо он продается банком, но он, скажем так, не теряется.
Поэтому здесь то, что не было предъявлено никаких претензий, это, ну, скорее всего, временный момент, и, скорее всего, претензии будут предъявлены еще в дальнейшем. И поскольку вот заемщик не платил в течение вот этого срока по собственной инициативе, то тут необходимо понимать, что у него будут санкции, которые предусмотрены кредитным договором и законодательством. Это будет пеня 3% годовых и сумма инфляции, которая, вот, которая предусмотрена, ну, его кредитом и положениями Гражданского кодекса Украины. То есть это все официально, и это треба буде сплатити? Да, это официально. Пізніше чи раніше? Да, 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 конечно. Что касается, вот тоже, значит, правильно затронула вопрос, насчет того, что они не могли заплатить по причине того, что деньги не доходили до банка. Такая ситуация тоже возможна, и здесь нужно взять себе на заметку, что когда вводится временная администрация, это означает, что руководство банка уже не осуществляет руководство, ну, то руководство, которое было до этого, там, общее собрание, наблюдательный совет и так далее, оно не имеет права осуществлять операции в банке без согласования с уполномоченными фондом гарантирования вклада физических лиц, лицами. В таком случае обычно меняются определенные реквизиты для зачисления, для погашения кредитных средств. То есть рахунок інший? Рахунок, да, может быть інший. И в том числе может быть, например, либо открыт новый счет в этом банке, либо может быть открыт счет либо в другом банке. И в случае ликвидации счет может быть открыт Национальным банком Украины. То есть в Нацбанке Украины открыт отдельный счет для зачисления кредитов по там, ликвидировавшемуся какому-то банку. Но эту информацию полностью нужно будет надать официально, официальным чином, правильно? Да, эта информация предоставляется официально, но на практике, к сожалению, поскольку у банка и так достаточно много работы в этой ситуации, то лучше все-таки, ну, мой совет, по крайней мере, заемщикам самим обращаться с этим вопросом к уполномоченным лицам банка, интересоваться и так далее. Самостоятельно мониторить эту ситуацию, так? Да, да, да. То есть не считать, что если платеж не пришел по тем реквизитам, по которым они платили раньше, значит, как бы все, платить больше не нужно. Такой ситуации нет, просто, скорее всего, изменились реквизиты счета. И в случае, если вы не оплачиваете по этим реквизитам, реквизитом, ну, точнее, вообще не проводите платежи, то в таком случае на вас могут быть возложены определенные санкции и штрафы и пени. Да. С приводу термину давности, чи взагалі тут є таке поняття? Да, что касается второго вопроса, то здесь необходимо понимать, что есть общий срок, скажем так, исковой давности, в течение которой кредитодатель может к вам обратиться за взысканием долга. Он составляет 3 года. Это общее положение Гражданского процессуального кодекса. Но здесь есть один нюанс. Этот период в 3 года, он отчитывается с того момента, когда вы полностью должны были рассчитаться перед банком, но не рассчитались. Поскольку, опять-таки, на практике в основном кредитные договора – это длящиеся во времени договора, причем могут быть рассчитаны там, на год, на 10, 10, 20, 10 20, да, да, да. Особенно, что касается ипотеки, например, кредит на покупку автомобиля и так далее, то здесь де-факто вот, срок, когда срок исковой давности, он может закончиться только по истечению 3 лет с момента окончательного, вот, окончания срока действия кредитного договора. Опять-таки... То есть, если он на 10 лет, то есть 10 плюс 3, правильно? Да, да. Ну, например, вы заключили договор в 2007 году, у вас договор, кредитный договор рассчитан на 2017 год. То есть в 2017 году он только закончится. Соответственно, с 2017 года, ну, с определенной даты, когда он закончится, только тогда начинает истечение этих 3 лет. И поскольку такие ситуации очень редки, по крайней мере, в современной практике, то ну, на моем опыте не было еще ни одного такого случая, когда бы лицо, заемщик не погашал кредит на том основании, что закончился срок исковой давности. Так, дякую дуже за такие роз'яснення. Є у нас еще запитання. Добрый день, вы в прямом эфире. Добрый день, Катерина. Комсомольский массив, город Киев.
Вот у меня возник такой вопрос. Помогала я пенсионерам оформлять договор, чтобы поменять карточку Киянина. И в Ощадбанке возник конфликт. Дело в том, что к тому договору, что они дают на замену, дается поведомление про умовы кредитования. Эти два пенсионера, им по 80 лет, не собирались брать никакие ни про умовы кредитования, ничего. Но нам сказали, что если мы не подпишем это поведомление про умовы кредитования к договору, то эти пенсионеры не получат карточку Киянина, и им ее не выдадут. Потом к ним на мобильный пришло смс, что открыт лимит 1000 гривен. Теперь эти люди боятся, что когда будут получать карточку Киянина, что-то случится. У меня возникает вопрос к юристу. Правомерны ли такие действия, что когда люди меняют и переоформляют карточку Киянина, что дается вот это поведомление про умовы кредитования? Правомерно ли это Ощадбанк? А без этого люди не получат просто эту карточку Киянина, это умовы банка. Так, так. Дякую, пані Катерино. Надактуальне питання, дійсно, неодноразово обговорюване в нашій студії. Дякую вам за нього. Ще раз хочу наголосити, 223-0871, номер телефону прямого ефіру. Ми говоримо сьогодні про проблемні кредити та депозити і про проблеми у банку. Справи. Будь ласка, долучайтеся далі активно, чекаємо ваших запитань. Прошу, пане Ігоре, ось така ситуація, що дійсно такі умови банку. Вопрос дійсно дуже актуален. Значить, що тут необхідно сказати? Когда вы переоформляете карточку киевлянина, я так понимаю, в данном случае она была открыта в одном банке, который, видимо, был ликвидирован и перешел в другой банк, то карточка киевлянина, она также заключается на основании договора, который заключается между банком и клиентом. Здесь необходимо помнить, что те условия, которые у вас были, опять-таки, в первоначальном договоре, заключенном с банком, который ликвидируется, новый банк-правоприемник, ну, в данном случае это Ощадбанк, он обязан соблюдать такие условия. Что касается вот навязывания, скажем так, кредитных условий, лимитов, так? Да, условия по кредитным, по умовам кредитования, то ну, с законодательной точки зрения банк не может навязывать, не может, опять-таки, в одностороннем порядке внести какие-то изменения в договор, либо заставить человека подписать такие изменения. Это с юридической точки зрения. Но на практике, опять-таки, очень часто бывают ситуации, когда вот банк мотивирует, как сказала гостья, банк мотивирует тем, что просто не выдаст карточку киевлянина, и потом начинают приходить вот подобные там, сообщения, электронные сообщения там, с кредитной линии, как в данном случае, там 1000 гривен, да, была. То, ну, что касается условий кредитования, к сожалению, действительно, вопрос достаточно вот, сложный по поводу того, чтобы заставить человека подписать условия кредитования. И на практике, к сожалению, все люди, которые хотят получить вот, карточку киевлянина, они вынуждены соглашаться на такие условия. В дальнейшем, что касается вот, уведомлений о кредитной линии, пользоваться этой кредитной линией, либо не пользоваться, это уже вопрос клиента. Користувача, да. Да, да, это как он захочет. В кредитных отношениях необходимо понимать, что само по себе подписание договора с тем же банком, оно еще не влечет последствий для лица выплачивать кредит до того момента, пока он фактически не получит эти денежные средства от банка. Здесь аналогичная ситуация. То, что банк предлагает какой-то лимит, да, это еще не означает, что тут не стоит переживать, это не означает, что вам придется там, компенсировать, погашать вот эти деньги, которые вам предлагают. Только в случае, если вы начинаете пользоваться этими деньгами, то есть они переходят к вам в собственность, да, и вы ими распоряжаетесь, только тогда у вас возникают действительно обязательства по возврату кредитных денег, ну, в той сумме и на тех условиях, на которых вы подписали договор. Тобто, правильно розумію, що тут слід обов'язково слідкувати постійно за тим, які розрахунки проводяться по карті, тому що можна таким, таким чином там кілька гривень і залізти випадково на цей кредит, а потім не помітити, яким чином потім ми його не погашаємо, правильно? Да, абсолютно. Причому здесь ви правильно
правильно сказали, необходимо, конечно, отслеживать этот момент, потому что ну, в семье, например, очень часто бывают такие ситуации, когда карточка, там, например, карточку оформил на себя там, один член семьи, а дал ее в пользование другому. И он даже не знает, какая там ситуация по этой карточке, сколько человек там снял денег, ну, какая возникла задолженность в итоге. А претензии со стороны банков, либо компаний, которым банк продает кредитный портфель, уже будут предъявляться к непосредственно к собственнику этой карточки, так. То есть тому лицу, которое заключило договор, а не к тому, который там, фактически потратил эти деньги. Поэтому, конечно, отслеживать нужно, это нужно в любом случае, это не только касается там, либо там, карточки киевлянина и так далее. Будь-яких банковских карток. Да, абсолютно, абсолютно. Так, дякую дуже. Слухаем наступное запитание. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый день. У меня вопрос конкретно по банку Михайловскому. Я 27 июля сделала запрос письменный на Артема 53. Мне обещали через 5 дней дать ответ. До сегодняшнего дня ответа нет. Но в телефонном режиме я узнала, что нужно платить в Национальный банк. Вот я хочу конкретно услышать. Чи потрібно вам сплачувати? Наразі, так? Я знаю, що потрібно, чи можна мені без того, що потім я ці гроші потеряю. Угу. Дякуємо дуже. Ми на початку, до речі, якраз ось цю тему досить детально обговорювали. Зараз ми ще раз прокоментуємо для того, щоб то повністю було роз'яснення. Прошу, пане Ігоре. Да, ну, банк Михайловский достаточно интересная, на самом деле, ситуация. И, к сожалению, вопросов по нему возникает очень много, потому что у людей много проблем с ним. Значит, что касается ответа в письменной форме, то женщина сказала о том, что обещали дать в течение 5 дней ответ, но на законодательном уровне предусмотрено законом об обращении граждан срок для ответа в течение 30 дней, на самом деле. Поэтому это 5 дней, это обещание ну, просто сотрудников банка, которое на самом деле оно не является незаконным, но и не является обязательным к исполнению сотрудниками банка. За законом, так? Да, по закону. Поэтому ну, я бы не переживал там, в течение вот этих 30 дней. После этого, после того, как истекут 30 дней, обязательный момент с момента получения соответствующего запроса банком, этот момент отсчитывается с момента получения. То есть, например, клиент мог отправиться на письмо и начинать отсчитывать с того момента, когда он отправил именно ценное письмо в банк, начинать отсчитывать 30 дней. Это неправильно. В таком случае вот 30 дней для банка начинается только с момента, когда банк получит. Но это, соответственно, плюс несколько дней, там, пока по почте письмо дойдет до банка. Это первый момент насчет 30 дней. Второй момент насчет вот, платежей в Национальный банк. Я бы советовал все-таки получить письменный какой-то ответ, официальный от этого банка. Потому что слова сотрудников, которые находятся на другом конце провода, они, их не проверишь, они не могут быть, ну я имею в виду, в простом виде. Так само, как и про 5 дней, можно сказать. Да, абсолютно. Более того, тут необходимо помнить, что если это сотрудники действительно банка, то сотрудники банка после того, как рядовые сотрудники, после того, как была введена временная администрация, ликвидация в любом банке, они, у них тоже возникают свои проблемы с работой, с заработной платой, с бонусами и так далее. Поэтому они могут быть, они могут давать информацию ну, не совсем добросовестную и правдивую для того, чтобы каким-то образом, возможно, там, сделать негативные последствия для самого банка. Поэтому необходимо, конечно, проверять эту информацию официально, то, что отправили запрос, хорошо, подождите, пока пройдет эти 30 дней. Если не пройдет эти, не пройдут эти 30 дней, тогда ну, мой совет обратиться непосредственно, возможно, в отделение самого банка. Михайловского чи Национального банка? Можно, ну, в Национальном банке отделений нет, можно обратиться в Национальный банк с запросом. Так, так, либо, на ну, да, но лучше обратиться все-таки в банк Михайловский по тому адресу, по которому он находится, то есть это, я так понимаю, главное отделение. Поскольку если вот... А вероятность, что запит будет, на запит будет відповідь, где больше будет, если мы дамо запит до Национального банка Украины, чи все-таки до отделения банка Михайловского официального?
наразі. Вимітів до повремені? Так, ну вірогідність того, що буде швидше і що буде дійсно він відповідніший реальності. Ну, то, что он будет соответствовать реальности, это и тот, и другое, это практически на 100%, потому что это официальный ответ, и лицо, которое подписало соответствующий ответ, там, либо это руководитель временной администрации, либо ликвидатор, то он несет ответственность за правильность их действий, в том числе уголовную, за правильность, точнее, тех сведений, которые указаны в этом письме, ну, под которым он ставит свою подпись. Что касается сроков, то, наверное, ну, быстрее все таки получить информацию в коммерческом банке, чем в Национальном банке Украины. Национальный банк, хотя вот положение о 30 дней, оно едино для всех, но Национальный банк обычно, поскольку организация большая, у нее очень много сотрудников там работы и загруженности, то они могут больше времени займет вот, ответ. А что касается вот, коммерческого банка, то они обычно более, скажем так, подвижные, что ли, если можно так выразиться. Так, так, мобильнее, это правда. Да. И поэтому от них информацию получить быстрее. Опять-таки, это если выбирать одно из двух. Но на практике мой совет такой, что лучше обращаться и туда, и туда. Потому что если какой-то один из них, из этих вариантов, не сработает, тогда, ну, скорее всего, сработает другой. И обов'язково чекати письмового саме відповідь. Да, обов'язково. Обов'язково. Так, дякую. Слухаємо вас, ви в ефірі. Так, швиденько перетелефонуйте нам, будь ласка, 223-0971. Ще раз нагадуємо, говоримо сьогодні про проблемні кредити та депозити. Будь ласка, 223-0971. Ще раз нагадаю номер телефону прямого ефіру. Пане Ігоре, ми сьогодні тільки так склалося, що ми про кредити говоримо, але також досить велика проблема із депозитами. Більша проблема набагато. Якщо людина знає, що у неї є гроші в цьому банку, які перші її мають бути дії, який алгоритм тут? Ну, значит, что касается депозитов, то следить за ситуацией, которая складывается, особенно в нынешнее сложное время в Украине, вокруг своего банка, вкладчик должен не меньше, чем заемщик. Что касается каких-то официальных уведомлений, то обычно в случае введения в банк временной администрации появляется официальная информация на сайте, во-первых, самого банка, плюс на официальном сайте фонда гарантирования вклада физических лиц. Вкладчика такой банк не обязан уведомлять вот сразу, например, как только была введена временная администрация. Такой обязанности у банка нет по закону. Значит, более того, если... Тут здесь что касается депозитов, здесь могут быть два самых распространенных случая. Первый случай, если на момент введения временной администрации в банк, ну, то есть на какую-то конкретную дату, у вас депозитный договор закончился, и вы просто не успели технически забрать свои деньги в этом банке. И второй момент, если срок действия депозитного договора еще не закончился, то есть он считается действующим, то алгоритм действий здесь немножко отличается. Но это не влияет... Ну, это меньше, точнее, влияет на действия самих вкладчиков. Алгоритм меняется непосредственно у уполномоченных лиц фонда гарантирования вклада физических лиц. Вон больше мают. Да, которые вот, принимают у банка информацию по всем его вкладчикам, заемщикам, по всем операциям в целом. Что касается первого случая, когда у вас депозитный договор уже закончился, но вы просто не успели деньги забрать. В таком случае... вам обязаны выплатить ту сумму, которая у вас была на момент окончания, вот не погашенный момент окончания депозитного договора, а не на момент введения временной администрации. Это очень важный момент. Но вам ее будут выплачивать во время уже существования временной администрации. Временная администрация вводится по общему правилу сроком на 3 месяца. Но в некоторых случаях она может быть продлена сроком до 6 месяцев. В общем итоге. Например, яркий пример – это Дельта Банк. Там, поскольку Дельта Банк – это один из системообразующих банков Украины,
был, то тогда временную индексацию ввели сначала на 3 месяца, а потом продлили еще на 3 месяца, и в итоге только через 6 месяцев банк был признан неплатежеспособным, и уже была введена процедура ликвидации. Соответственно, для вкладчиков, у которых срок действия депозита закончился до введения временной администрации, необходимо, точнее, будет выплачена сумма депозита в период действия временной администрации. То есть 7 месяцев, так? Да, в эти 3 месяца, может быть 6. Угу. Правда, есть один важный момент, что денежные средства будут выплачены в национальной валюте Украины, то есть гривны. Угу. Даже если денежные средства были вложены в иностранной валюте, очень часто такие ситуации бывают. То все одно будет в гривне. То все равно, да, происходит конвертация, причем она происходит по тому курсу гривны, к соответствующей иностранной валюте, который был на момент введения временной администрации. Так, зараз мы перервемося, у нас есть телефонный звонок, а потом мы поговорим про другой вариант. Да. Слушаем вас, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я в Агробанк брал кредит на приобретение автомобиля. Угу. Потом выяснилось, у них там были определенные мошенничества со стороны банка, был суд, сначала суд был в мою пользу, потом в пользу банка, как это обычно бывает. И Агробанк, что с ним сейчас, уже 2 года никаких общений у меня с ним нету, как они сейчас работают, не работают, что мне чего не ожидать? Угу. Спасибо большое. Дуже дякуємо вам. Прошу, пане Ігоре, якщо вже навіть були суди, що в такому разі робити? Здесь, правда, необходимо понимать, о чем именно был суд. К сожалению, человек не сказал. Я думаю, что касается этот суд, скорее всего, по взысканию задолженности. Угу. С него по кредиту. Значит, во-первых, что касается ситуации, которая вообще сейчас происходит с Надрабанком. Надрабанк сейчас ликвидируется. Процедура ликвидации достаточно длительная, потому что вывести банк с рынка непросто, особенно такой достаточно большой, как Надрабанк. Поэтому происходит процедура ликвидации, и по результатам этой процедуры будет составляться определенный вывод от тех активов, которые банк взыскал с заемщиков, тех депозитов, которые он выплатил и так далее. И в дальнейшем, оставшийся кредитный портфель, он будет продан, мы уже говорили в начале, либо другому банку, либо финансовому учреждению. То есть, наразі ще цього не зроблено, и саме тому, я так розумію, йдуть судові тяганини, правильно? Да, судебные тяжбы идут. Значит, что касается самого суда, здесь необходимо, конечно, более детально изучать этот вопрос и смотреть документы, которые выдал суд в данном конкретном случае. Но если мы априори говорим о том, что это дело о взыскании задолженности, то с момента, например, что с момента вступления решения суда, окончательного решения суда в силу, будут какие-то последствия, которые прописаны этим решением, либо взыскать, либо не взыскать и так далее. Опять-таки, необходимо, правда, здесь учитывать такой нюанс, что люди обычно, скажем так, знают свои там местные суды, какие-то районные, например, суды, да, и думают, что как только районный суд вынес решение, то, например, все, оно является окончательным. Но это не так. По судебной системе Украины у нас существуют суды 3 инстанций, а районные суды – это только первая инстанция. Угу. Поэтому даже если решение вынес районный суд, это еще не означает, что оно обязательно для всех участников этого судебного процесса. Тот участник, который недоволен, может обратиться и в 2 инстанцию и так далее. Так. А я можемо зараз порадити нашому додзвонювачу чекати, поки банк буде ліквідовано, чи ні? Затягувати спеціально процес, знаєте, зараз часто так відбувається з такими. Чи це програшний варіант?
Я бы сказал так, что пока, поскольку банк находится в процедуре ликвидации, пока он не получил опять-таки уведомление официального о том, что у него появляется новый кредитодатель, потому что его кредит переходит к новому лицу, то пока торопиться не стоит, потому что человек может осуществлять проплаты, а в итоге они, ну, потом могут быть с ними какие-то определенные сложности, по крайней мере, технического характера. Поэтому лучше в данный момент подождать и просто отслеживать ситуацию, которая сейчас существует с Надрабанком. Она может каждый день меняться. Так, дякую дуже. І давайте ми поговоримо наостанок саме про цей другий варіант з приводу депозитів. По депозитам. Да, второй варіант – это когда в банк была введена временная администрация, но срок депозита еще не закончился. В таком случае… Во время временной администрации, в течение, точнее, периода действия временной администрации, опять-таки, фонд, уполномоченные лица фонда гарантирования вкладов физических лиц не составляют реестр вкладчиков, но не выплачивают им средства. Выплачивать средства начинает фонд только после того, как в банке была введена именно уже процедура ликвидации. Так. Дело в том, что по законодательству не обязательно после временной администрации сразу будет ликвидация банков. На практике в последние два года, к сожалению, вот мы все привыкли к тому, что действительно после временной администрации идет ликвидация. Да. Но это не обязательно так, и в каждом конкретном случае, в каждом банке может быть ситуация по-разному. Что касается получения денег, после того, как была введена процедура ликвидации, необходимо, опять-таки, отслеживать ситуацию, которая размещена на официальном веб-сайте и банка, и фонда гарантирования вкладов физлиц. В течение 30 дней с момента введения временной администрации банк выкладывает на своем веб-сайте информацию о том, когда и в каких размерах будут осуществляться выплаты вкладчикам их денег. И какими банками. Тоже очень важно, потому что ликвидируемый банк, он уже не имеет права осуществлять расчеты по депозитам. В таком случае фондом гарантирования вкладов назначается либо один, либо их может быть много. Банков из числа, точнее, банков-партнеров, те банки, которые будут выдавать такие деньги. И эти деньги, надо понимать, что они идут в соответствующий в банк-партнер не с ликвидируемого банка, а именно с фонда. Поэтому сам фонд определяет те банки, которые будут осуществлять выплаты. Тоже важный момент, необходимо помнить, что если, что касается валютных вкладчиков, если у вас вклад в валюте, то вам будет осуществляться выплата в гривне по тому курсу, который был на момент введения временной администрации. И на практике это может быть ситуация, когда там проходит 4-5 месяцев, даже 7 месяцев, например, вот если временная администрация длилась полгода. Только через там, этот промежуток времени вы действительно получите сумму вклада, которая гарантирована фондом гарантирования. Это в пределах, соответственно, 200 тисяч гривен. Так. Да. Пане Юрію, я вам дуже дякую. Ну, насправді, ми не поговорили ще про той момент, що ж робити, якщо більше 200 тисяч гривень. Але, зважаючи на нашу аудиторію, зважаючи на те, які питання нам ставили, розуміємо, що, в принципі, цієї інформації достатньо. Але будемо ще зустрічатися, будемо ще обговорювати, тому що епопея банківського банкопаду в нашій країні не завершується, на жаль, тому буде ще що обговорювати. Я вам дуже дякую за нашу розмову сьогоднішню. Я нагадаю, що про проблемні кредити та депозити ми сьогодні спілкувалися з адвокатом паном Ігорем Клименком. Завершимо юридичну консультацію. За кілька хвилин поради лікаря, де сьогодні ми будемо говорити про гормональні контрацептиви. Залишайтеся з нами.